Подготовка более чем основательная. На летних каникулах родительский патруль вышел на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Этой команде есть что показать. Уже год патруль рано утром выходит на перекрестки и нерегулируемые пешеходные переходы вблизи школы, детских садиков и контролирует соблюдение ПДД. Вот у нас были совместные рейды из ГИБДД. Там детское кресло, где вот как раз около храма. Мама двоих детей Наталья в патруль вступила 2 года назад, даже не раздумывала. Говорит, на общественную работу время найти не так сложно. Это и детям положительно. Пример и обществу полезно. В нашей школе в родительском комитете сформировано определенное количество родителей, которые могут освободить утро для того, чтобы выйти в родительский патруль. Мы собираемся с утра, приводим наших детей в школу, одеваемся, выходим на наш пешеходный переход и контролируем переход детей, помогаем им переходить. А еще проводят профилактические беседы не только со школьниками, но и с автолюбителями. Идея проекта «Родительский патруль» принадлежит сообществу родителей Одинцовского городского округа, президент которого Марианна Кристалинская уверена, основная задача патруля – профилактика детского дорожного травматизма. Теперь на страже безопасности еще одно предложение патруля. Начать наносить на пешеходных переходах предупреждающие надписи. Сними наушники, отвлекись от телефона, убедись в безопасности дорожной ситуации. Глава поддержал нашу инициативу, и теперь действительно вот на очень многих переходах наносятся такие надписи, что действительно, на наш взгляд, снижает степень дорожного травматизма. Презентация проекта – самый волнительный момент. Доклад не более 10 минут. Конкуренция большая. Только в этот день представили более 50 заявок. Одинцовский округ – лидер по заявленным проектам. Проект сдан, результаты осенью, а работа патруля продолжается. До начала учебного года осталось 2 недели, а это значит, родительский патруль вновь будет на боевом посту. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».